горит машина на 74-м километре МКАД. Грузовик выгорел. Подожди, не мешай, не мешай. Авария произошла, горит вообще по полной программе.
Крупной аварии на Кутузовском проспекте пострадал один человек, 5 автомобилей столкнулись в районе дом номер 55, и движение в сторону центра затруднено было. Что известно к этой минуте, мы спросим у нашего корреспондента Яны Гордиенко, она сейчас находится на месте ДТП. Яна, что изменилось? Я вижу, что уже стемнело за то время, что ты там находишься. Какие сейчас последствия аварии, есть ли пострадавшие, есть ли новая информация?
Да, Лена, здравствуй. Из 5 автомобилей, которые столкнулись, 2 увезли на эвакуаторе. Сейчас эвакуатор ждет и минивэн. Сейчас я к нему вернусь чуть позже, покажу дорожную обстановку. Как вы видите, Кутузовский проспект едет свободно с обеих сторон. То есть 2 направления открыли. Единственное, вот 1,5 ряда по направлению в центр, конечно же, на небольшом участке еще здесь не проехать. Что касается аварии, 5 человек столкнулись, да, 5 автомобилей. Это Nissan Тиана, Opel, Mitsubishi, автомобиль такси и мини-вэн. Вот как нам рассказали очевидцы. 3 автомобиля двигались по направлению в область, 2 автомобиля двигались в центр. И вот одна из них, из машин, Nissan Тиана, подрезала, получается, такси. И в итоге такси как-то подрезал мини-вэн, и мини-вэн выехал на встречку и столкнулся с Mitsubishi. В Mitsubishi как раз-таки находилась девушка, которая сейчас госпитализирована в больнице, и нам сказали, что госпитализировали еще одного человека. Но вот, к счастью, никто не погиб в этой аварии, пострадали немногие, то есть все-таки многие разделились в рубашке. Судя по повреждениям, а повторюсь, из 5 автомобилей 2 увезли на эвакуаторе, та же участь ждет и этот автомобиль, то есть, можно сказать, 3 автомобиля в тотал. Вот такая авария случилась, казалось бы, в обычный воскресный день. Давайте послушаем комментарий очевидца. Плотное затрудненное движение, машины все стоят, образовалась большая пробка. Машины сильно пострадали, одну вообще сильно раскурочило. Именно бампер, нос практически полностью стекало. Такси тоже, в нем были точно пассажиры. Как раз удар пришелся на заднее сиденье с двух сторон. Видимо, кто-то вылетел один на встречку, и прям 5 машин практически смят, потому что это наподобие белого фургона было. Непонятно. Но вроде бы это не маршрутка, а просто фургон. Такси и пару легковых. Сейчас на месте работают дорожные службы. Вот автомобиль Центра организации дорожного движения. Полицейские и некоторые участники аварии до сих пор остаются на месте, потому что, конечно, дают показания. Авария такая непростая. Но вот, повторюсь, по словам очевидцев, предполагаю, что все-таки виновата легковушка Nissan Тиана, которая подрезала машину, и в итоге мини-вэн выехал на встречку. 1,5 ряда, где мы сейчас находимся, на небольшом участке, пока еще недоступны для движения, по Кутузовскому проспекту в центр, ну а область движется свободно. Вот сейчас, после аварии, где-то 2 часа была парализована эта часть движения, сейчас все нормализовалось. Лен, тебе слово. Спасибо тебе за информацию. Яна Гордиенко рассказала об аварии на Кутузовском проспекте.